приехали из Беломорска за Лавругу. Это буквально немножко километра два от заправки ТНК. Вторая отворотка направо. Буквально метров, не знаю, тоже тысячи метров где-то. И вот здесь по тропинке, после мостика, двигаемся в направлении петроглифов. Черта не видно, идем темно, 3 часа ночи. На удивление комаров нет, наверное, еще спят. Побудь натянутой струной в моих танцующих руках. Каких бы слов ни говорил, такие тайны за тобой, что все заклятия мои тебя выходят с тобой. Где вход-то? Избушки с корягой на крыше продаются сувенир. Да это вот мы сейчас туда повернули, вот там и будет сейчас. Вот тропа какая-то. Да и нам по тропе-то не надо, нам вот сейчас туда повернули. Вот вот мосточки понеслись. В общем, прошли мы 1300 километров. Фу, метров. Вот. Ну а что, людям показалось примерно так. Шли долго. Думали, что мы идем в берлогу к медведям. На самом деле-то выяснилось, что вот все они правильно. Маски. В общем, здесь после мостика, который мы пересекли, необходимо просто двигаться прямо по дороге и не задумываться над пространством, временем. Вот, потому что мы сейчас соприкасаться будем с вечностью. Тяжело. А что тяжело? Нормально. Тихий лес. Вот сейчас... Вон там вообще открытая местность, все там сейчас будет видно. Так что мы, наверное, пути. Сейчас посмотрим диковинные рисунки первобытных людей, которые нам будут повествовать о том, чем они занимались, что делали и чем жили. Этой прихотью одной душа беспечная больна, и я надеюсь, этот мир не удалит тебя ничем, и на руках твоих уснёт. А, ну и там, да, и тут. А вот не заходи туда. Чего ты? Классно. Да? А чем высечено? А что они делают? Вот работают. Вот мужик. О. Вот там тоже мужик. И рыбина. С рыбаками, а охотниками так. Это они едут, наверное, с горы или что тут такое. Это углубление, да? А вон там тоже птица. Это что такое? А тут что-то курит, что ли? Палку подает, достает откуда, что ли? Может, это рыба, да? Ребенка? Это вот рыбина. Да, это рыбина. Он ее поймал, походу, и она лежит рядом. А это так вот мужик. Да. Я надела. Тут тоже это, что-то вот происходит тоже такое. Мужики. Что-то ловят или таскают. Да, мужик. Чего-то. Это вот птица какая-то сидит, да? Это птица, да. Вроде как динозавр. Вроде как это, знаешь? А может, где? Вроде как динозавр. А так там вряд ли. Я думаю, вдоль мостков должно быть, по идее. Наверное. О, вы видали, что тут-то? Вообще капец. О, вот это да. Вот они такие огромные. Олени. Это вообще капец. Блин, пилы какие-то. Ё-моё.
точно. Нифига себе, сколько у них тут пил. Вот это да, вот это круть. Ух ты, тут целое стадо. Да. Они все куда-то ломятся. Ничего себе тут. Сколько их. Посмотреть, особенно на тех больших оленей, целое стадо. Вот, ну, то ли сонные, то ли чумы, ну как-то так, не до глубины души. Ну здорово, но как-то не очень зацепило. Наверное, не то я и ожидал увидеть. Ну, или я уже видел это на интернете, поэтому мне как-то так было не очень. Ну, вроде как я уже был готов к этому, собственно. Вот. Но прикоснулись только творным, значит, делам наших ветров.